привет. Началась новая акция от Милки. Действует она с 1 марта и до конца апреля. Данная акция мне показалась довольно интересной, поэтому я, конечно же, решил закупиться, поучаствовать в данной акции и рассказать вам о ней. Для участия в ней я купил вот эту вот всю продукцию. В моем случае это получилось вот такое вот печенька в маленькой упаковочке. Оно стоило 7,90. Кроме того, я купил две вот такие вот шоколадки весом 100 грамм каждая. И стоимость такой шоколадки составила по акции 15,90. Если без акции, то она стоит, конечно же, намного дороже. И в отдельном чеке я купил вот такое вот печенька. Ага, я ошибся, это не 100 грамм шоколадка. Это шоколадка 90 грамм. А здесь просто написано, что на 100 грамм идет такое-то количество килокалорий. То есть шоколадка весом 90 грамм, а печенька весом 168 грамм. Сейчас объясню, в чем заключается суть акции и что же можно в ней выиграть. Для участия в этой акции вам необходимо купить продукцию Милка, которая участвует в акции. В зависимости от того, какую вы продукцию купите и зарегистрируете, таким образом вы примете участие в розыгрыше соответствующего приза. Допустим, если вы покупаете маленькую упаковочку печенья Милка, к примеру, и регистрируете этот чек, то вы примете участие в розыгрыше термочашки. Если вы покупаете шоколадку весом от 60 до 100 грамм, то вы примете участие в розыгрыше еженедельного приза смартфон Samsung A31s. А если вы покупаете большую упаковку весом от 110 грамм, это может быть шоколадка либо печенье. Таким образом, вы примете участие в розыгрыше ноутбука MacBook Air 13,3 дюйма. Вот эту всю продукцию я покупал в разных магазинах, разными чеками. Всего это вышло 3 чека. Хотя на сайте акции указано, что каждый продукт Милка в чеке является отдельным шансом на выигрыш приза. Кроме того, в конце акции будет разыгран главный приз – это путешествие в Европу. Да, еще забыл упомянуть, что за первую регистрацию, по идее, выдается пополнение мобильного на 10 гривен. Мы это проверим на практике. Вот эта упаковочка стоила мне 46 гривен. Взял именно ее, а не шоколадку большую, потому что на шоколадке сейчас акции нет, и стоимость ее составляет в районе 80 гривен. Что довольно дороговато. Чеки обязательно сохраняйте на тот случай, если вы выиграете какой-нибудь крутой приз, то у вас могут его попросить предъявить для получения этого приза. Кстати, в прошлом году я тоже участвовал в акции от Милка, и там разыгрывался приз пополнение мобильного, если не ошибаюсь, на 50 либо 100 гривен. Так вот, пополнение это я выиграл, что очень тоже классно. Сейчас перейду на сайт, почитаем, что там указано по данной акции, и затем попробую зарегистрировать свои чеки. Перешел я на сайт акции, он звучит так: milka-promo.com.ua, ссылка под видео. Здесь есть кнопочка «Принять участие». Отправляйся на нежный уикенд в Европу. Здесь Эйфелевая башня изображена, есть кнопочка «Правила акции» и вот продукция Милка. Также здесь представлена краткая схема участия в акции. Покупаете продукцию Милка, регистрируйте чек на сайте. Или также можно, видите, зарегистрировать с помощью чат-бота в мессенджере Viber или Telegram. Кому как будет удобнее. Выигрывайте путешествия и призы. Гарантировано 10 гривен за регистрацию первого чека на аккаунте. Это круто. И вот здесь изображены призы, которые разыгрываются каждую неделю. То есть покупаете, если продукцию Милка до 50 грамм, регистрируйте, вы принимаете участие в розыгрыше термочашек. Если покупаете шоколадные плитки весом от 60 до 100 грамм, принимаете участие в розыгрыше смартфонов. Если большие плитки шоколада, конфеты или печенья от 110 грамм, то принимаете участие в розыгрыше ноутбука. Кроме того, все участники принимают участие в розыгрыше путешествия на уикенд в Европу. Откроем правила, посмотрим немножко более подробно, что же здесь есть интересного. Интересно то, что здесь разыгрывается смартфон Samsung Galaxy A30s 2019 года. Сейчас посмотрим, какова его стоимость. Средняя стоимость составляет около 5000 гривен. Неплохо. Ноутбук Apple MacBook Air 13,3 дюйма. Насколько я знаю, там их много вариаций.
в зависимости от года выпуска, но если это более-менее современный, то от 21 тысячи стоит такой MacBook Air. Также здесь в правилах указана продукция Milka, которая участвует в акции. Это уже более подробно. Если у вас есть какие-то сомнения, участвует продукция или не участвует, и в каком именно розыгрыше участвует, то вы можете вот зайти в эти официальные правила и посмотреть. Также здесь указано, что сертификат на путешествие в Европу будет на сумму 100 тысяч гривен, что очень круто, и он разыгрывается в количестве 1 штука. Смартфонов разыгрывается 45 штук, MacBook Air 9 штук и термочашек 270 штук. Еженедельные розыгрыши будут проходить начиная с 10 марта по 5 мая, то есть каждый вторник в этот период. А победители будут определяться с помощью компьютерной программы random.org, то есть методом случайного выбора среди всех участников, которые зарегистрировали чеки. Кому интересно, он может зайти в эти официальные правила и почитать более подробно. Розыгрыш главного приза, то есть у уикенда в Европе, состоится 5 марта 2020 года в 16:00. Соответственно, чем больше чеков вы регистрируете, тем больше у вас шансов выиграть какие-либо призы. Ну а я попробую зарегистрировать свои чеки в этой акции. Нажимаю на кнопочку «Принять участие». Здесь есть такая кратенькая анкетка для регистрации. Необходимо ввести номер телефона, ваш email, поставить две галочки, загрузить фотку чека и нажать на кнопочку «Отправить». Ввожу свой номер телефона, всю информацию я заполнил и теперь нажимаю на кнопочку «Загрузить чек». Отлично, выбираю первый чек, а теперь нажимаю на кнопку «Отправить». Поздравляем, ваш чек принят к модерации. Мы проверим его в течение 2 дней и уведомим вас. Первый чек зарегистрирован, теперь буду регистрировать второй. Нажимаю снова на кнопку «Принять участие». Снова заполнил всю информацию и нажимаю снова на кнопочку «Загрузить чек». Выбираю второй чек и нажимаю на кнопочку «Отправить». Снова это же сообщение, что мой чек будет проверен в течение 2 дней. И я буду уведомлен о результатах. Третий чек регистрирую таким же образом. Заполнил все данные, нажимаю на кнопку «Загрузить чек», выбираю третий файл и нажимаю на кнопку «Отправить». То же самое сообщение я получил. Итак, я зарегистрировал 3 своих чека за покупку вот этих 5 единиц продукции Milka. Теперь мои чеки должны пройти модерацию в течение 2 дней. Кроме того, скорее всего, я должен получить пополнение мобильного на 10 гривен, а также приму участие в розыгрыше еженедельных призов и главного приза. Соответственно, я участвую в розыгрыше 2 термочашек, 2 смартфонов Samsung Galaxy A30s 2019 года и в розыгрыше 1 MacBook Air на 13,3 дюйма. Кроме того, в конце акции 5 мая я приму участие в розыгрыше главного приза. Это сертификата на 100 тысяч гривен на поездку в Европу на уикенд. Вот такая сейчас действует акция от Milka до конца апреля. Если вдруг будете покупать шоколадки, печенье или другую продукцию Milka, которая участвует в акции, обязательно сохраняйте чек, регистрируйте его в акции и принимайте участие в розыгрыше призов. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте палец вверх. Всем удачи и пока-пока!